Пользователь Reddit создал в Факторио симуляцию квантового туннелирования путем решения временного уравнения Шрёдингера. Подождите, что? Если вкратце, то уравнение Шрёдингера — это основное уравнение квантовой механики. Оно позволяет найти волновую функцию квантовой частицы, а именно вероятность нахождения ее в каждой точке пространства. Квантовое туннелирование можно представить так. Стоите вы на горе и скатываете с нее мячик. Естественно, он не может перепрыгнуть через соседнюю гору, если она выше точки пуска, потому что ему не хватит энергии. То есть гора — это его потенциальный барьер. В квантовой же механике частица может преодолевать такие барьеры с определенной вероятностью. Пользователь TheXYZT как раз и демонстрирует этот эффект. Сложно? Сложно. Но если вас заинтересовала эта тема, создатель сам рассказывает, как это все работает в комментариях на Reddit. Только приготовьтесь к лекции по матанализу. Не пропустите и другие игровые интересности. Подписывайтесь.